Какой совет даст оракул любви на текущий месяц? Три варианта. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. Вариант первый. Оцените свою роль в отношениях. Вам потребуется внутренняя сила, чтобы признать необходимость изменить свое поведение. Прежде всего, проанализируйте причины, побуждающие вас притягивать в свою жизнь. Вы обнаружите, что любой человек, с которым знакомитесь, всегда очень похож на вашего предыдущего партнера, поскольку вы энергетически притягиваете именно таких людей. Усвоив этот урок, вы сможете притягивать тех, кто духовно вам ближе. Второй вариант. Оцените свою приверженность. Вас просят подумать, насколько вы преданы тому, кого любите. Любовь требует верности, но не дает гарантии. Мы полностью отдаем себя любимому человеку в надежде на то, что наши отношения будут долгими и прочными. Любовь – это проявление веры. Окружите себя любовью и знайте, что благодаря ей ваша жизнь станет лучше. Третий вариант. Выберите любовь. Вы всегда можете определить, что следует сделать. Когда вы выбираете любовь, в вашем сердце не остается места для негативных чувств. У вас всегда есть выбор. Бесконечные жалобы на сложную ситуацию не помогут ее исправить. Возьмите на себя ответственность и сфокусируйтесь на любви.